просто редкий ресурс, который только на алертах падает по одной штуке. Чё ж за ресурс-то такой? Называется экстракт нитеин. Название вообще дерзкое. Бежать. Стараюсь жить, да, я понял. Как обычно, стараться жить. Бежать, жить и стараться. Стараться. Ты уже достиг локейшена? Ты уже прошел игру, да? Можно бежать на выход? Если будешь видеть такие голубые шарики на полу, то не заходи в их область. Почему? Они плохо влияют на здоровье. Не, ну в целом я этих тоже могу валить, чуваков. С прицела так точно. А если на тебя повесится какое-то дерьмо, что постоянно будет чит высасывать, просто кувыркнись. Да. Или махни оружием ближнего боя. О, у нас Фрост есть, отлично, все, можно не париться. Фрост это, короче, Фрост, такой варфрейм, который вот этот купол ставит, сферу огромную. Ага. И она защищает от выстрелов, там все дела. Если мобы туда заходят, они замораживаются. Прикольно. Или медленно двигаются. Короче, на всех оборонах Фрост это... незаменимая вещь. Супер, я стрельнул один раз, всех убили. Интересно, да? Оружие тебе, которое не нравится, и оно у тебя самое лучшее. Ну да, вот отстой. Я хочу автомат крутой. Самый лучший автомат на свете хочу. Может, тебе кто-то подарит из подписчиков, там, Болтер Прайм. Он такой самый распространенный. Кто? Доктор Прайм? Болтер. Болтер? Да, Болтер Прайм. Я там такой отстреливаюсь, даже вообще не думаю ни о чем. Уже вторую точку защитили. Да, а я там все еще на первой тусуюсь. Болтаю с тобой. Поддержал игру. Помог пацанам. Еще можешь сказать там, типа там, соберем 1000 лайков, сделаю сайт. Просто, да, видос? Ни о чем, никак не связанный с играм. 1000 лайков и я делаю сальто, вообще ни при чем. Миграция хоста, подождите. Ты ж хост. А я вышел. Ну, меня выкинуло из миссии, круто. Ты как раз хотел ее пройти, вот. Боль. Ну ладно, а тебя выкинуло? Нет. У меня просто смигрировался хост и все. Боль и мучение. Ну я могу выйти ради тебя. Да не надо, уже там заканчивается уже. Я тебе могу ресурс отдать, если он мне выпадет. И не передается, и не покупается. А, да? Только на алерт. Только хардкор, да. Одна штука, один алерт. Алерт, херен знает когда. Ну и что, у меня, в принципе, его достаточно до следующего меча, который мне никогда не падает. Никс, я не буду продавать, он мне нравится. Да на. Блять. Ну у нее аж сиськи есть, как ты он ее можешь называть? У нее попка, большая сиська, а ты говоришь, это он. Там попка, знаешь, как бы не сильно большая. Ну, ты ж не можешь ее, ты ж не можешь Рина назвать ее. Ну, Рина тут как бы... Груда мышц. Ну, здоровая хуйня, главное, все ясно, мужик. Так же, как и Sailor Moon. Не особо мужицкая такая хуйня. Да, ну там вообще пипец. Вот, когда этот Warframe... До сих пор некоторые думают, что это женский персонаж. Так он и вообще... Даже женщины думают, что он женский. Один чувак постоянно рисует, короче, всех женских персонажей, ну, в Warframe, в таких чулках, знаешь? Mm-hmm. И вот это он Нежу нарисовал в этих чулках. И он, типа, думал, что это она. Чё мне тут выпало? Экстракт не от Ани. Так его еще никто не читал. Чё? Так его еще никто не читал. Ты замечаешь, да, что я читаю только первые 2-3 буквы названия, потом просто как пойдет. Сходили на миссию, на которую тебе надо было, а я получил ресурс. Замечательно. Это же справедливость. Продолжаем дальше.